очередная в посылочке с Китая. Я надеюсь, будет, потому что интересно, что телефончик, скажем так, из компактных и для маленьких детей, и для меня еще, ну, сказали в применении ему, но я попозже расскажу о том, что я думаю. Цена в такого телефона где-то $14 идет, ну, скажем, для информации, чтобы в курсе были, у нас идет компания L8 Star. Ну, что за компанию, что в курсе были, что это. Пишется, что компактный телефон, он используется и как телефон, что пишется, что по качеству звучания тут все изумительно. И, кстати, знаете, в чем прикол, что действительно испытал его, звучание тут, что вполне толковое. У нас в компактненький экранчик идет, вот видите, что указано, что действительно он тоненький и маленький, аккумулятор оказался в 350 мА. Час. У нас есть и включение их телефону, если захотели, используйте как телефон. У нас и читайте смс, и все полностью использовать вы сможете вполне комфортненько его. Вскрываем крышечку и смотрим, что же внутри у нас. Все-таки, так, ребят, наша комплектация. Единственное, что идет стандартный, как оказалось, вот USB, но длина идет действительно компактная и маленькая, и инструкция на всем интересном, ребята, в китайском языке. Я считаю, что будет не сильно интересно. И сам телефончик, ребята, чтобы вы увидели от рука, от Ленькина, и гляньте, вот такой степени, что компактный, он идет и маленький. Специально сделаю ближе, чтобы вы увидели. Так, есть у нас динамик тут идет. Пленочку снимаем сразу. И скажу, знаете, вот честно, вот я уже использовал и звонил его. И просто, чтобы вы увидели стандартным с телефоном по экранам, да, ребят? Чувствуете, да? Отличие такой степени, что идет. Скрывается вот сбоку. У нас здесь есть такая штучка специально. Раз, два, секундочку. Опачки. И чтобы вы увидели, у нас есть, ребят, смотрите. Скрываем. Вставляется и SIM-1, и SIM-2, и карта в памяти. Вот так аккуратненько и сбоку она вставляется. Одну секунду, я попытаюсь вставить. Вот здесь действительно до такой степени, знаете, все и компактное, и маленькое, что чуть-чуть вот неудобно. Аккумулятор, чтобы вы увидели, есть сюда. У нас есть, ну, чтобы аккуратнее использовали его и всякое такое. Раз. И включаем, ребят. Пам-пам-пам-пам. Так, я, наверное, сделаю чуть сближение, чтобы симпатичней хотя бы в картинке оказалось. У нас динамик здесь идет. Я надеюсь, что вы все услышали. Та-дам-та-дам. И в чем прикол, чтобы вы увидели, у нас здесь есть и смс-ки пишется, аккумулятор. У нас есть и SIM-1, и SIM-2. Если, ну, если захотели, ну, что звонка сделать, что включаете вот телефон, вот, ну, что комбинацию из цифр, а потом... Что включаете, и у нас есть, включается из первой симки, ну, что включаете, или SIM-2. Окей, я надеюсь, ну, что все увидели. Вот видите, у меня пишется один оператор, и еще один идет, что включено. Включаем вниз, и что у нас здесь, что включается телефонная книга. У нас есть, включается смс-ки, ребят. Есть, у нас есть звонки, включается и мультимедиа. Вот. Смотрите, если захотели, то включаете, что плеера в теории, вокальный, музыка, нет. А что будет, если музыку? Пусто пишется, а что устройство? Что включается из диктофона, если захотели, окей. Тут, скажем, все скучно и неинтересно, устройство. Ага, ну что включается диктофон. Здесь у нас есть, что включаете, что Bluetooth и к телефону, если захотели, то использовать, скажем так, ну что кто... с крупными и с телефонами, то включайте и используйте его как дополнительный телефон. Будет у вас идти, включаем сюда и дополнительные функции. У нас включается изменение голоса, включается вот дети, вот видите, ребят, есть. Так, включается будильник у нас есть, управление карточкой, включается и считает все файлы. Смотрите, специально включу, чтобы вы увидели. Открыть. Раз. И что-нибудь из музыки включу даже. Так. А где звук? Воспроизвести. Ну, тихо, скажем так, знаете. Но в любом случае... Ну, что использовать, ну, типа плеера, вы
такой, ну, телефончик 100% вот не будет. Ребят, что у нас еще интересно, что-то тишина. Включаем по установочкам, и здесь у нас есть, что изменяете и звук, и громкость. Единственное, что плохо, еще оказалось бы, что в телефоне оказалась и вибрация, то я считаю, что было бы чуть-чуть, что поинтереснее. Если тут включается число и время у нас есть, у нас включается экономия аккумулятора, ребята, идет. Изменяете и клавиатуру, и, ну, что, ситуацию и с языками. Так, есть. И, конечно же, отключаете, ну, что, сигналы все полностью. Окей, ребят, и идем дальше. Идем дальше. Отключаемся. Что у нас еще тут есть? Открыть, что, включаем включатель, и готово. Я не знаю, что я включил. Есть. Так, идем дальше, ребят. И телефоны, ну, что, книга. Он компактненький, удобненький. Вот просто, чтобы вы, ну, что, услышали, вот как, ну, что, включается и срабатывает. Это чудо. Я специально включу одну секунду. Раз, и где-то я для себя звоню. Вот, ребят, смотрите. Ну, что, включаем и звоним. Что? Ты прикалываешься или что? Ага, оказалось, что я чисто случайно отключил сим-карту. Вот, ребят, видите, стыкаюсь и с таким, что вот если ты пишешь, и для тебя помогают, естественно же, все, то ты чуть-чуть сбиваешься в этой ситуации. Отключаем телефон. Извините, но, знаете, уже и хотелось, чтобы увидели. Ну и громкость, я так думаю, что все услышали, что в конечном итоге. И включаем еще раз, я так думаю, что сейчас сим-карта включится уже, и вы услышите, что звучание. Еще раз, смотрите, что включается экран с телефона, и что, ну, что делается с таким чудом. Так, ну что, включила и споймала сим-карту все-таки, ребят, я включаю, что папа, у нас есть, ну что, и сим-1, и сим-2, я надеюсь, что все видят, да? Извините, вот если не видите, специально я показываю сигнал, и чтобы, ждем. Да, ребят, она кричит, ну что, телефон изначально... Специально, я не понимаю, значит, для чего это сделано, конечно, но включается и такая функция. И секунду, и включается уже динамик. Специально, потому что включил, если захотели, то включается из карты, потому что памяти и громкости, потому что вполне окей вообще. Потому что действительно, 100% пока, потому что лето, вы услышите его, и все окей будет. И видите, и показывает, потому что входящий, есть звонок, окей. Единственное, знаете, вот, что из недостатков, что, ну, что текст ты включаешь и вот не вмещается, ну, что все полностью, ну, что вот, ты включаешь все пункты, и текст идет, ну, что по чуть-чуть, ну, что вперед. И знаете, вот, у кого, ну, что с терпением стыкается с проблемами, то здесь чуть-чуть окажется вот, неудобно, скажем так, вот, для вас. Но вот я говорил, что вот, я, ну, что, попользовался им, я вам скажу, ну, что вот, вот именно, ну, что в плане и динамика, и микрофона, ну, что тут все классно. И я спокойно, ну, что, душой вот, рекомендую его, ну, что, покупки, вот, даже, ну, что, купить, я не знаю, ну, что, дополнительным, ну, что, телефоном, ну, пусть школьнику, ну, что, в школу, и мне втолкнули идею вот, ну, с такими с телефонами, что в тюрьму вообще изумительно будет. Я так думаю, что все, ну, что, в курсе, где спрятать его, что 100% вот, не, ну, что, догадаются, как он оказался у вас. В любом случае, вы... 100% у вас окажется и телефон, и с двумя сим-картами, и картой, ну, что, памяти. У нас здесь и файлы есть, и все полностью. Я считаю, что штучка вообще, что вполне интересная. Тем более, что учитывая, ну, что стоимость $14, я считаю, что это вообще, ну, что в теперешний, ну, что день, это просто в копейки. Вот, ребят, и задумайтесь, ну, ну, что вдруг вот кто-то, ну, что искал, ну, что действительно что-то компактное и интересное. Я считаю, что, ну, что вполне интересная штука. Извините, что вдруг, ну, что долго или неинтересно было, но я всегда акцентировал, что вот я все делаю только для вас. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!